Авиасообщение между Котласом и Санкт-Петербургом прекратилось в 2019 году по причине банкротства компании-перевозчика. Чтобы вернуть рейс, пришлось проделать немалую работу. Во-первых, удлинить взлетно-посадочную полосу для более габаритных самолетов. Работы финансировала группа «Илим». Работа по этому направлению шла достаточно длительная, непростая. Проводила ее региональное правительство и сам губернатор ряд переговоров проводил, потому что нужно было найти компанию-перевозчика, которая будет осуществлять вот эти рейсы. Осуществлять перевозки будет компания «Руслайн». Самолеты CRG на 50 мест канадского производства будут летать 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Из Санкт-Петербурга вылет в 13:50, прибытие в Котлас в 15:30. Отправление из Котласа в 16:15, в 17:55 самолет уже приземлится в северной столице. Стоимость авиаперелета сопоставима с ценой места в купе на железнодорожном транспорте – порядка 6 000 рублей. Что внушает надежду, что рейс будет востребованным. В интернет-сервисах продажа билетов уже началась.